Копейский детсад закрыли из-за кишечной инфекции. С жалобами на сильную температуру, боли в животе и рвоту родители обратились в скорую помощь. Один из воспитанников учреждения находится в реанимации 8-й детской больницы Челябинска. Сейчас в больницах находится сразу 8 детей и один воспитатель. Но по сообщениям родителей детсадовцев, количество заболевших было больше. Количество обращений и вызовов скорой помощи было запредельно. Но госпитализация по факту 6 было на момент до 3 часов дня воскресенья, 3 были вечером. И 3 вечером были два этих тяжелых. Один остался у нас в городе, один в Челябинске. Пока вот изменения ситуации не происходят. Всего в детском саду 224 ребенка. Сейчас в садике уже провели полную дезинфекцию. Обработку прошел пищеблок, игровые комнаты и санузлы. Уже завтра садик снова откроет свои двери для детей. Однако не весь персонал сможет снова приступить к работе в учреждении. Завтра детский сад будет работать, но бригада, которая будет на пищеблоке, это будет бригада поваров другая, не из детского сада. То есть там пока анализы не будут подтверждены или там какой-то результат не придет, мы их до работы пока допустить не можем. Детский сад закрыли по распоряжению Роспотребнадзора. Ведомство проводит проверку. К ним присоединились прокуратура, Копейский и Следственный комитет. Если выяснится, что причиной массового заболевания стали продукты, то эта процедура ждет и поставщика.